Так, утопия. У меня ее, кстати, так и не заказывали. Читала. Сейчас понятно, что мы ее слушаем. Поехали. Немыслим жест этого замысла, который так небрежно уничтожал экипу правильного вместе с ним словами. Паразитами стрелял во тьме глухой кромешной. Хотел было тут нажать на стоп, но это вам не фильм. Испокон веков покой богов был невозможен вовсе. Лакомый кусок меняли, но кусок души я тут прозрел. И кто-то тру, а кто-то трет за тру, но не вывозит. Ежели помыслы твои чисты, ты это докажи. Что за народ такой, пошел, поехал, я ручаюсь, надо. Дал бы волю вам, сожгли бы меня на костре. Я также буду жить и снова радоваться снегопаду. Ждать от тебя только лишь хороших новостей. Забытым богом мегаполисе я разрушал. Стереотипами напичканных людей мешал. Тебе заботливо губить себя на гу. Тебе вайба моего сомнительного перевод. Время убегало, прочь его опережал. Не глядя на виду порядок, думал и гадал. Не перебурли моя дивная утопия. Наивного мечтателя, мол, я как бог, я как бог. Санрайз пробивается в окно. Яман, наши люди заодно. Лайфстайл, это все предрешено. Мой бит, мой блок, мое все. Времени в обрез. Дарим все, что есть. Это наша честь. Тянем руки к солнцу, желтому незнакомцу. Там летают люди. Никто вас не забудет. Маленькие яркие огни, я залип. Перед нами звезды, приколись, посмотри. Выпусти пар, хочешь выпусти дым. Наши звезды вода, наши ники на фильм. Зло это карма, не приходите в гости. Дождь за окном, круглый год осень. День за дня, день за дня. Утопия и я. Звучит, мне очень нравится. Очень. Сейчас. В бесконечном беге всего мира за неуловимым счастьем. Тем, что каждый человек задумывается лишь о собственном благополучии, но забывает о более важных ценных вещах, таких общая устройство мира и главное равновесие в этом. Общий замысел человеческой жизни рушится самими же людьми, причем часто даже не создано, а случайно небрежно. Какое потребительское отношение к окружающему? Стоит постоянно работать для богов и лишь для одного бога. За это убеждение самому приходится поправлять с людьми хапош, исправлять ошибки, наладить гармонию и так просто, даже если у тебя есть божественная сверхсила. На фоне всего этого герой композиции старается сохранить спокойствие, быть благодарным за все, что ему дается. Он ощущает себя даже человеком, говорит, что если была возможность, то окружающая скажи бы на скалострее, как ведь настолько герой не стоит себя остальным миром, говорят, в котором многие говорят, хотим с тобой честным, настоящим, сами же нарушают этот завет. В припеге заявляет о своей основной цели музыканта помешать разрушению.
мира и разложения людей главной ценностью артист считает время. Правильно использует, то тебе ничего не помешает. Время отзывается, задается вопросом, плечу ли ему все это, а не утопия ли его усилия. В этом вопросе сравнивать себя с Боб Марли, который проповедовал похожие ценности, но рано погиб, многое не успел сделать. А, вот оно почему. Вот почему мы его слышим в некоторых треках. Ориентир. Я еще говорила, говорю, музыка прям вот какие-то моменты, ну прям только туда прям относит. Смысл песни. Ничего не искажать, даже в этой необходимости людям пора останавливаться, просто смотреть на красоту окружающего мира, вместо того, чтобы бесконечно гнаться за неким счастьем, точное определение, которое мне до сих пор. В этой части композиция научиться дарить близким все лучшее, что есть у тебя самого. И речь, конечно, не в материальных благах, а в самых простых вещах, улыбки. Ой, ребят, ну я чем больше читаю, тем меня прям вообще на слезу пробирает. Не в плане, как-то это написано. Или, ну, это, понимаете, я тоже об этом всегда говорю. Ну вот, да, тут и вот. Вот так вот взяли вот это и уходите. А в каком плане? Что они гении в том плане вообще просто. После дождичка в четверг, я родная, дам на твой вопрос-ответ. Когда же я запишу про тебя реп? После дождичка в четверг. Мияги амперсант анды панды минор. Минор? Мы минор слушали, по-моему. Дэн, подскажи, мы же слушали минор, да? По-моему, вчера или когда, вот на каких-то прошлых стримах мы слушали минор, по-моему. В общем, я хочу вернуться к этому. Почему меня берет на слезу? Потому что, ребята, ведь, ну, на самом деле, тут серия не просто счастье в мелочах, счастье, которое окружает нас вот везде и всюду, а еще самый главный смысл в том, что самое важное, самое вот главное, да, и про это мы всегда забываем. То есть элементарно лишний раз там обнять близкого человека, улыбнуться. Вот я сегодня, знаете, у меня какое-то настроение такое. Не то, что настроение, ну да, непонятно. Я себя еще ловила на мысли, когда шла на работу. Думаю, вот. И при этом у меня вот такая, знаете, внутренняя борьба такая, так, стоп, вот. Какая грусть может быть там, даже намеки на грусть, если вообще все настолько прекрасно, настолько прекрасно, но тут я не знаю, что это. Вот. Возможно, знаете, я это отнесла к тому, что для чего-то так нужно, наверное. Я не нашла объяснения тому, почему мне как-то сегодня загрустнулось на минуту. Честно. Может быть, я уже думаю, может быть, это физиология там в плане того, что там как-то накопленная усталость некая там или еще что-то, загруженный график там. Ну, вот к этому начала отталкиваться. Думаю, блин, вот. В смысле, камон? Это же круто, когда вообще там есть чем заниматься, не просто тупнуть сидеть. Ну, в общем, я не знаю. Но! И при этом, понимаете, это как одна сторона, типа, говорила, а потом и сразу же вторая, она перебивала, типа, очнись, посмотри, несмотря на какое-то там тяжело нависшее небо из облаков, пробивается, пытается солнце. Не это ли прекрасно? Просто то, что вот этот момент. Ну, и не знаю, осень. Я обожаю золотую осень, я ее поняла и приняла, начала понимать, скажем так, и любить, и нравиться только уже во взрослом возрасте. Я говорю, я в школьные годы вообще не любила, потому что почему всегда у меня было, почему у других день рождения летом, а не отдыхают, а я учусь. Вот, может быть, да, может быть, тут это что-то прям чистого, не знаю. Я не нашла какого-то объяснения. То есть я иду такая, думаю, в смысле, что со мной? Вот я не вникаю вообще. Но берет меня вообще прям слезы, как они, вот о самых важных простых вещах, улыбка и тепло. Все, я не могу, хочется расплачиваться. Не знаю почему.
даже не знаю почему. Хандра. Я посетила. Я просто... Вот я не знаю. Может, кто-то меня тут на меня посмотрит, скажет какая-то, не знаю, на своей волне ненормальная. Ай, ну и хорошо. А я не хочу быть нормальной. И я считаю, чем ты лучше быть ненормальным, тем круче. Зато ты вот такой особенный. И из-за чего я вообще стараюсь прям вот... После дождичка в четверг, я родная, дам на твой вопрос-ответ. Когда же я запишу про тебя реп? После дождичка в четверг... Ну окей, если минор был, тогда дельфин серебро. О, вот это уже интересненько. Вот это прям сейчас мощненько вообще загрузим сегодня. Загрузимся сегодня такой атмосферой. Ну, в общем, не знаю. Я еще, знаете, убеждена в том, что не зря что пишут и говорят. И почему-то у меня так как-то так позитивно, так это очень мило, по-доброму, эта фраза. То, вот в чем и как мы живем, да, то, что нас окружает, это же мы сами делаем. И вот если мы улыбнемся, нам вот больше вероятность того, что нам в ответ улыбнутся, потому что люди же, они же не все вообще, я убеждена в том, что наоборот, люди просто вот под грузом, под каким-то гнетом обыденности вот это сами себя загоняют в какие-то вот такие прям грусть, не знаю, что лишний раз перестают улыбаться. Мне, знаете, как трогает, вот я телевизор вообще сейчас практически не смотрю. Ну, не то, что практически, единственное, за последние вообще, не знаю, сколько, за 2 месяца я первый раз, наверное, сегодня включила, и то чисто фон. И какая-то реклама была, что какие-то картинки мелькали, но смысл в том, что почему русские так мало улыбаются. Там такой стишок такой. Стихотворение такое было. Хотела как-то что-то с двух слов склеить одно, и не получилось. И просто меня так шандарахнуло. В плане, я такая задумалась, а вот, ну, по сути, как бы, да, вот выйдете на улицу, что там, каждый второй, что ли, сияет, ходит такой веселый, добрый, позитивный? Нет, ну, блин, ну, нет. Из-за чего? Я обожаю свою работу с детьми, потому что они настолько они чистые, они как белые листы, понимаете? Они, у них все на лице. Им если вот... Больно, это больно. Они даже, не знаю, знают грусть, не знают, но они все вот, как на ладони. И этот заряд, они все время, не знаю, они как солнышки. И они всегда такие. И ты от них заряжаешься. Хочешь, вот даже придешь ты в каком-то безумном, унылом настроении, там порой злой. Но тут хочешь, не хочешь, все равно они заставят улыбаться. И поэтому. Мы же жесткие русские. Да, ну тут как бы... Но то, что меня именно больше торкнуло в том плане, то, что на самом деле... Почему мы... Это даже к себе вопрос некий можно применить. Почему мы так мало улыбаемся? Вот, ребят. Это волнуйтесь больше.